Из Женевы пришла новость об освобождении из тюрьмы израильского бизнесмена Аркадия Гайдамака. Это стало возможным после того, как Гайдамак выплатил бывшему наставнику футбольного клуба Байтар Луису Фернандесу 500 тысяч евро. Именно по иску тренера Гайдамак был арестован швейцарской полицией 19 ноября. Фернандес обвинил израильтянина в невыполнении условий контракта на работу в спортивном клубе, согласно которому ему причитались 400 тысяч евро. Теперь конфликт можно считать исчерпанным. По данным средств массовой информации, сразу после освобождения из тюрьмы Аркадий Гайдамак сразу отправился в аэропорт и уже вылетел в Израиль.